К намеченной точке прыжка группа альпинистов поднималась по северному маршруту. Восхождение длилось 4 дня. Температура воздуха в момент прыжка была 18 градусов. Учитывая большую разреженность воздуха, переход от падения в режим полета длился дольше, чем на низких высотах. Роза влетел примерно минуту со скоростью 200 км в час. Спортсмен приземлился на леднике Ронгбук на высоте 5950 метров.